Всем привет! Сегодня приготовлю обалденно вкусный салат с морепродуктами к праздничному столу. Украшу его икрой, будет и вкусно, и красиво. Полный рецепт найдете под видео в описании, а также буду ждать ваши комментарии по поводу того, как вы относитесь к морепродуктам и часто ли вы из них что-нибудь готовите. А сейчас приступаю к приготовлению. Итак, начну с кальмаров. У меня здесь 350 грамм в готовом виде. Если вы возьмете килограмм сырых, то у вас как раз получится 350-400 грамм. Столько и нужно на этот салат. Готовлю я их 2-3 минуты, отвариваю не дольше 3 минут, чтобы они не стали резиновыми. И остывать оставляю, закрываю вот так вот под пленку, чтобы они не подсыхали, были сочные, вкусные и мягкие. Нарезать я их буду тонкой соломкой. Крабовые палочки нарезаю тоже тонкой соломкой. Так вот сначала на три части разрезаю, и уже вот так вот потом тоненько. И получается вот такая вот тоненькая соломка. Так нарезаю 200 грамм крабовых палочек. Перекладываю это все в чашку или в салатник. Я буду добавлять зеленый лук. Берите грамм 30. Вот у меня здесь 4 веточки. Белую вот эту вот часть я разрезаю вот так вот напополам, чтобы нарезать более тоньше. И мелко нарезаю. Можете лук взять репчатый. Нарезать его мелко и обдать кипятком, чтобы он не горчил. Лучок также отправляю в салатник. 3 яйца натираю на обычной терке. И также на терке я натру 120 грамм твердого сыра. Берите любой твердый сыр, который вы больше любите. Осталось только заправить салат, посолить, поперчить его по вкусу и красиво оформить и подать на стол. Соль добавьте и черный молотый перец по вкусу. Я добавляю немножко черного молотого перца. Когда будете добавлять соль, учтите, что будем еще добавлять красную икру. Она соленая, чтобы не было слишком много соли. Заправляю майонезом. У меня 3 столовые ложки, где-то примерно 100 грамм. Выкладывать буду вот в таком вот кольце. Диаметр я сделала 17 сантиметров. Можно подать салат порционно. Сделать такое кольцо можно из фольги. Разравниваю, но сильно не придавливаю. Пусть будет такой вот воздушный, чтобы его сильно не придавить. Просто сверху нужно сделать такую ровную площадочку, чтобы выложить икру. Салат очень вкусный, точно не пожалеете, если вы его приготовите. Подача на ваш выбор, можно подать вот в таком виде салат или порционно, тоже получается очень симпатично. Всем приятного аппетита! Спасибо, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Пишите комментарии, я всегда их очень жду. И до новых встреч на кухне у цыганочки. Пока!